Турецкие ВВС за сутки более 20 раз нарушили воздушное пространство Греции. Все инциденты произошли над Эгейским морем. Как сообщили в греческом генштабе, на перехват каждый раз поднимались истребители. Кроме того, по данным ряда СМИ, из-за действий Анкары в начале февраля был вынужден менять маршрут полета греческий премьер. Он ездил в Иран и решил воспользоваться военным самолетом. Дозаправку запланировали на Родосе. Турки настаивают, что это демилитаризованная зона, и поэтому посадку там запретили. В итоге самолету, на борту которого был глава правительства, пришлось приземляться уже в одном из иранских городов.